Новый аттракцион появился в парке культуры и отдыха имени Зернова в прошлом году. Пони с тележкой подарил в честь 70-летия парка депутат законодательного собрания Юрий Якимов. С помощью его финансовой поддержки стало возможным возобновление данного аттракциона на нашей территории. Ведь в 80-е и 70-е годы в парке культуры и отдыха было даже целых 4 пони, которые катали детей. Но жили в тот момент они, естественно, на территории парка. Бусинка в течение недели живет на территории конно-спортивного клуба за городом. В выходные ее привозят на работу. Прокатиться по центральной аллее в тележке, которую везет пони, могут дети от 3 лет. Дети, естественно, с большим восторгом и популярностью отзываются на данный аттракцион. Практически он пользуется в период зимы очень большой популярностью. Пони катает детей каждые выходные с 11 до 15 часов, если позволяет погода. Маленькие посетители парка могут принести для бусинки угощения. Очень любят жесткие овощи, фрукты, яблоки, морковь, свеклу, да, чем она радостно подкармливается на территории парка. И по своему характеру она очень своеобразная и очень любит катать маленьких гостей парка в парке. И практически не хочет уходить с территории, поэтому у нас иногда даже возникают небольшие сложности с ее транспортировкой назад к месту проживания. А еще у нашей Буси есть же ребенок, зовут его Бизе. Сейчас Бизе в конюшне ждет, пока мама вернется с работы. А вообще сотрудники парка нам рассказали, что Бизе тоже в скором времени присоединится к маме и будет катать детка по парку. Екатерина Опенова, Владимир Лесик, служба новостей, Саров, 24.